горячий мяч. Поймали. Бросили. Поймали. Бросили. Вот так весело и непринужденно проходят занятия у детей в студиях по развитию речи. Как правило, группы небольшие, до 10 человек. Дети учатся правильно произносить звуки и обогащают свой словарный запас. Еще они занимаются физической разминкой, ритмопластикой и актерским мастерством. Все это расширяет кругозор и учит грамотно выражать свои мысли. Есть дети, которые заикаются. Есть дети, у которых слабый тихий голос. Есть дети, которые не могут выражать мысли, у них очень много эмоций, много чего есть сказать, но правильно, последовательно выразить свою мысль для них сложно. И такие занятия, конечно, помогают им решить все это. Помимо этого проводятся занятия по актерскому мастерству. Особенно это полезно для стеснительных и зажатых детей. Как правило, они не умеют завязать разговор со сверстниками, и им сложно выступать на публике. И в этом помогают подобные занятия. Дети становятся более свободными и раскрепощенными, и им становится легко выразить свои эмоции. Я стала меньше стесняться, разговариваю уже не так тихо, меньше слов-паразитов. Занятия проходят не скучно, очень интересно, в игровой форме иногда. Я занимаюсь скороговоркой, очень хорошо скороговорки. Бык тупогуб, тупогубенький бычок, у быка белогуба была тупа. Чем раньше дети начинают заниматься речью, тем лучше. Помните, от правильного многостороннего развития зависит дальнейший успех ребят. Центр правильной и красивой речи Юлии Михалковой «Речевик» приглашает на занятия. Обучение публичным выступлениям, подготовки презентаций, коммуникации, преодоление комплексов и барьеров в общении, а также избавление от просторечия и говора. Занятия проводят профессиональные педагоги с актерским образованием. «Речевик». Мы создаем индивидуальность, а не шаблоны.